Всем привет! С вами Амри, и мы продолжаем прохождение игры Going Medieval. Осень, новое время года. Осень ворвалась в поселение, принеся с собой бодрящий утренний воздух и прохладные дни. Пришло время готовиться к зиме, шить теплую одежду, запасаться едой и припасами. Да, зима близко. Надо консервирование продуктов изучать. Столик, очередь производства. Давайте повысим до 30 хроник, чтобы наш Амри создавал. Это будет полезно. Там подвальчик, еще не докопали. Ну, хавчика мы тут неплохо понасобирали. Все-таки здесь пропадает. Почему пропадает? В смысле, почему пропадает? Гниет. А, ну разложение медленно, через дофигища дней только разложится. А здесь 3,8. А здесь снаружи почему-то считается. Так что ладно, отсюда склад тогда убираем. Все вниз перетаскивайте, ребята. Капец, она тут луков понакрафтила. И все ломать будет. Дружеский визит. Одинокий странник, одинокая странница. Торговец. Торговец. Посмотрим, что мы тебе можем продать. Марджери вылечилась. Его можешь свободно бегать. А у нашего Эджеренеша до сих пор все состояние из-за сломанного ребра. Пусть отдыхает. Марджери, просыпайся. Нифига, тут все поломалось. Несли мы стеночку. Неплохо так. Эти баррикады. Ой, баррикады. Балочки ставим, чтобы укрепить полики. И здесь балочку. И ремонтируем крышу в очередной раз. Я хочу подвал нормально раскопать. Полностью под все наше здание. А потом уже второй этаж только колотить. Конечно, это займет уйму времени. Тем более я начинаю копать на минус первом этаже. Нет, даже на минус втором. Это минус второй этаж. В принципе, неплохо тут раскопали. И на этом можно остановиться. Лучше второй этаж делать, по идее, да? Или нет? Или да, или нет. Но мне нужно известняка побольше накопить. Либо глины. Кирпичи сделать. А, точно, кирпичи. Что я забыл-то про кирпичи? Печь для обжига. Известняка. Будем кирпичный замок делать. Во, кирпичный завод сначала. Капец тут кирпичных заводиков у нас будет. Мелисанта празднует свой 29-й день рождения. Эджер. Еще не вылечился? Ну, отдыхай. Ой, все спят, я не поторговал с торговцем. Че он у меня по подвалам шарится, козлина? В принципе, вот здесь можно складик убрать, и пусть здесь будет производственное помещение, что ли? Или нет? В принципе, чтобы рядом... Нет. Пусть так и остается пока что, потом подумаем, что с этим делать. Амри, ты проснулся? Иди с Хенриком торгуй. Что у него можно купить? Да ничего хорошего, да? Винишко можно? Винишко, ну давай все винишко купим. А взамен получай кирпичики. Давайте уже подбирайте все вот барахло, которое валяется. Вот тут столько вот развалялось. Эджер. Вылечили. Марджери, ты что делаешь вообще? Ты готовить кушать? Готовишь кушать? Есть броня? Ну-ка, зимняя одежда из кожи. Давайте шлем кольчужный надевай. И тебе нужно нормальное оружие. Вот топорик. Железная секира. Вот здесь ставим дверку. И будет следующая комната. И вот такое пространство, ребят, выкапывайте. В принципе, здесь тоже можно расширить. Все, гномы мои, вперед! Пусть сверху все ломается, потом починим. Ничего страшного. Конечно, у нас вся крыша тут потихоньку распадывается. Распадывается. Разваливается. Потихоньку мы потом все починим. Ничего страшного. Так и кто-нибудь уберите отсюда трупы. Печки построили. Отлично. Свой кирпичный заводик. У нас 7 кирпичных заводиков. И каждый из них будет поддерживать 500 штук кирпичей. Ну, то есть в общем количестве 500 штук будет хранить.
Вот это у нас постоянно можно будет второй этаж чисто из кирпичей делать. Но понадобится куча глины. Но глину мы потихоньку выкапываем из подземелья. Вот такое подземелье у нас будет выкопано. Не знаю, что здесь делать. Можно даже больше будет сделать прямо под наш дом. Ну, кстати, почему бы и нет? Точно так и сделаем. Прямо под наш домик. Еще на две клеточки сюда увеличим. Эджер, хорош дрыхнуть, ты там вылечился. Иди работай. А тут без тебя все простаивает. У нас крафтер отличный. Вперед, вперед. Занимайся делом. Помолиться пришел. Ах ты засранец. Надо кого-нибудь назначить, чтобы он был переносчиком, грузчиком. То они ничего не хотят перетаскивать. Кто тот самый ненужный? Гиллиан, давайте приоритет управления и транспортировка переставим на второе место хотя бы, что будешь перетаскивать почаще. Я сразу пошла таскать. Во! Давно бы так. Толпа такая гномов у меня копает. Правильно, копайте, ребята. Создавайте мое подземелье драконами. И на балочки. Нет, палочки потом сделаем тогда. Ничего страшного, пусть все разваливается. Хотя про... А, блин, и правда, стойте, стойте, ребят. У нас и правда все разваливается. Стоп, стоп, стоп. Какого фига? Фига, тут дрень такая прям под землю идет. Все-таки надо укреплять. Да. Что-то переоценил свои возможности. Стоп, стоп, стоп. Ребят, все отменяем. Стоп, стоп, стоп. Делаем вот. Стоп, 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 стоп. Сначала нужно укрепить стенки. Так что сносите вот эту. Укрепляйте. Вот здесь. Из каждых две клетки будем укрепление ставить в виде балочки. А, здесь не получится. Там мешает дверка. Тогда здесь. И вот так, ребят. А то тут сейчас зафигарите мне. Нет, с этой стороны пока не копайте. Ребят, я передумал. Сначала там доделайте. То вот тут все сейчас поразрушите мне. Толпа моих гномов. Эджер, что там? А, ты шьешь одежду. Плохая одежда, так что уничтожай ее. Киллиан, давайте ей на первое место поставим. Перетаскивать все. А то у нас будешь главным управляющим и переносчиком. Развлекаться пошла. Нет, таскай. Засранка. У нас место вообще есть? Да, место есть. Везде есть место. Многие есть. И можно изучить консервирование продуктов, чтобы поставить полку, которая даст нам компактное вертикальное приспособление для хранения. О, и в подвале их разместим. Здесь можно делать коптильню. Там мясо жарить на открытом огне. А на улице можно ее поставить? Нет? Ну пусть стоит пока что на улице, хорошо. Да, впендюрим коптильню. Пусть пока на улице стоят, потом переставим, если что. Там у нас кирпичный завод. А че его никто не закинул сюда ничего? Засранцы. У нас 500 кирпичей-то ничего не набралось. Так, и в подвале можно полочки сделать. Вот, полка для хранения. Ну, посмотрим, как тут вообще она выглядит, кто из себя представляет. Так, думаю, будет более эффективнее хранить еду, чем просто на полу. Труп врага догнивает на складе. Ну пусть гниют. Нет, а что с этого? Главное и харчика запастить хорошенько. Стоп-стоп-стоп. Почему не хватает? 10 же она должна держать. Стоп-стоп, не 10 что ли держит? Меньше получается. Ну-ка тогда. Стоп-стоп. Стеночку здесь ставим. Хорош. Копать вот эту территорию не надо. Переборщили немножко. Ребят, стопе, стопе. Давай стенку возвращайте. Я сказал, не надо, что ты мне тут копаешь, дырку-то. Зараза такая. Возвращайся обратно. Снова пришел торговый караван. Ребята, их грабить я не буду. Хотя можно было бы пробовать, да? Но не будем этим заниматься. Ему не хватает этой длины. Максимальное количество 10. Здесь же десятка же, по идее, должна быть, нет?
Почему десятки? Я думал, десяточка здесь. СТП, ребят. Вот этот рядик тоже не доламывайте. Подождите. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, и здесь десятки нет. В смысле? Стоп, СТП. Как десятки нет? Я думал, десятка есть. А, нету? Ух ты. А как так я? Это я как-то неправильно рассчитал. А, я сначала рассчитал, потом посмотрел на максимальный размер здания и начал увеличивать размер подвала. Точно, точно, я ж так сделал. Ну ладно, мой косяк, признаю. Вот, по эту балочку нам хватает. Просто затыкаем все эти дырки известняком. Так, Амри, иди поторгуй. Что ты можешь нам предложить? И ничего ты не можешь нам предложить. Эль, вино. Торговать с тобой пока не хочу, мне это не интересно. Можешь гулять дальше. Для меня сейчас приоритетная задача — это доделать подвальчик. Полочки доделали. И ставим высочайший приоритет. Вмещает 3 блюда, либо сырой ткань, либо лекарства. Так что можно здесь полочек прям с лихвой понаставить. Пусть будет такое у нас хранилище подземное. Думаю, так будет более эффективней, чем просто они будут валяться на земле. Вот такой складик. Трын-трын-трын. Погреб на минималках. Лучшие полки через копирование буду делать, чтобы настройки все сохранить. Не пришлось все это вручную вам ставить. Во, вот так у нас будет все стоять. Полочки. И хранить в максимальном приоритете еду, материалы и лекарства. Из материалов чисто ткани, кожа, льняное полотно и шерсть. В принципе, вот это... А, нет, пусть стоит стеночка. Вот подвал, да, переход в подвал. 7 градусов, здесь 3 градуса. По идее, ничего не портится, да? Температура в комнате 3 градуса, обогрев минус 3,4. Пора уже делать обогрев в остальном доме. Скоро зима, сейчас 6-й день осени. Через 6 дней будет зима. Поэтому нужно готовиться к зиме. Это либо начать строить второй этаж, либо как-то утеплять все это. Вот куча продуктов на улице валяется. Ребята, собирайте. Одна гилия, он у нас все таскает. Наш переносчик, перевозчик. А у нас дерева не хватает, чтобы все достроить. Точно, точно. Тогда нужно рубить лес, ребятушки. Ребятишки мои, ребятушечки. Рубайте все подчистую. Все, что рядышком растет. Во, вот такой у нас получился складик. Вот такой прям складик. Прикольненький. Чпок. А здесь достраиваю второе помещение. Немножко переделанное. Там переборщил с размерами. Сейчас здесь все доломают. И будет еще одно помещение. Не знаю для чего. Но подземный город мы точно будем делать. Чуть-чуть им осталось. Так что скоро доделают. Второй этаж у меня так не получилось сделать. Я просто каменной крышей... Ой, каменной. Деревянной крышей все закрыл. Даже это не крыша, деревянным полом. Новый поселенец. Ого! Спасение, речные разбойники. Но это уже было. К нам бежит Анри. Анри, иди к нам. Столяр, портняк, красноречие. Ягоза, горное дело. О, нифига себе. Неплохо, неплохо. Фантазер и сова. Скорость восстановления сна плюс 25 и скорость улучшения минус 15. То со здоровьем небольшой порез. Так что назначаем тебя на отдых. Анри... Кровати нет. Да, нужно строить второй этаж. Зря я подвал начал делать. Нужно было строить второй этаж, потому что у нас не хватает помещений для сна. Вообще помещений не хватает. Третью кровать ставим в комнате Амри. Это как бы должна была быть индивидуальная комната, самая крутая, но оказалось, что это просто общая спальня. Здесь у нас место есть. В принципе, можно чем-нибудь занять. Свободная комната. Но мне не нужна свободная комната. Здесь свободная комната. Нет, они должны быть производственными. Ну-ка, как посмотреть, что там должно стоять? Подвал допилили. Появилась еще одна комнатка. Но самая хорошая вещь — это то, что у меня теперь такой подвальчик для хранения еды. Полочки, которые хранят материалы, ткани, там всякую фигню. И высочайший приоритет. Так что все будет здесь храниться. Этот складик вообще бы убрать, по идее. Все равно они будут все сюда закидывать. Так что складик этот переставляем сюда.
Только здесь ставим хранение, еды убираем. Только одежду будут хранить. И лекарства тоже сюда не надо. Лекарства хранятся на полочках, правильно? Да, лекарства хранятся на полочках. А здесь тогда складик уничтожаем. Да, все здесь хранится. Так что здесь будет тупо одежда и военное дело. Серьезно, ты на полу спишь? Я, конечно, поставил тебе отдыхать, но... А, в принципе, ты вылечился. Хваре спать, ну-ка подъем. Засранец. Иди работай. Что ты вообще можешь делать? Добыча. О, добыча хорошая. Отлично. Кузнец тоже на первое место. Столяр на первое место. Портняк на первое. Следование на второе. И управление с транспортом на второе. Коптильню построили. Второе — мясо, топливо. И получаем копченое мяско. Мы пока никак не охотились. Просто поставим поддерживать на 35. Потом будем охотиться. Пока даже ни разу не пробовали охотиться. Потом это исправим. Трупы все сюда перетаскали. Гнилые овощи, всякая фигня. Главное сейчас побольше еды накопить. Мой день осени. Скоро начнет все вянуть. В принципе, еды у нас достаточно накоплено. Все хранится в подвале, на полочках. И, по идее, гнить не должно. Вроде как. Как бы да. Ну, вроде не гниет. Надеюсь. Сколько тут градусов? 2 градуса. Ну, зимой-то еще холоднее будет. Бандиты приперлись. Дикари, дикари. Что ж, непокорные жители поселения оказывают сопротивление. Беремся за оружие. Опять толпа такая приперлась. Ну-ка, ну-ка, что у вас такое хорошее есть? Чего, 2 лучника, да? Или 1 лучник? 1 лучник, отлично. Андрей, я из оружия, что ты можешь использовать? Ближний бой 5, меткость 8. Так что возьми лук. А лук вообще есть? Валяется где-нибудь? Это должен был валяться здесь, производили. И почему полики не закрыли? Похоже, лук сломали. Да, похоже, лук все-таки сломали. Он фиговый получался. И его испортили. Ах, гады. Не дали лук Анри. Ладно. Ребята, все к бою. Анри пусть берет что-нибудь двуручное. А, не хватает навыка. Кинжал, кинжал. Кинжал можешь взять. Откуда они нападают? Отсюда. Ага, ну, в принципе, неплохое местечко. У нас здесь оборона хорошая. Всех лучников посылаем на стены. Так, а вы, ребят, собирайтесь, мои ближнебойные солдаты. Будем готовиться к битве. У нас, в принципе, возвышенность хорошая. Надо будет потом еще повыше сделать стеночку. Но сначала в следующей серии сделаем второй этаж. Как они вообще спускаться-то будут? А, вот спустились, и подъем здесь. И в лучника стреляйте. Надо избавиться от лучника моментально. Второго тоже уничтожайте. Да, у них не будет шансов против нас. Да, лучников фигарили. Переходите на эту сторону и стреляйте по остальным. Один здесь пытается прорваться, но застрял в холле. Хорошо. Отбили здесь атаку. Они идут туда. Мелисанта и Анна. Вперед сюда, вперед, вперед, на стеночку. Добивайте крестьяна. Давай, давай, фигарь его. Все, добили. Теперь сюда. Он прорвался. Мой отрядик ближнебойных бойцов сейчас его зафигарит. Анночка прибежала, и огонь в спину ему. Давайте, стреляйте по нему. Все, добили. Так, так, так. Один здесь, и этого сейчас дофигарят. А вы добивайте Теодорика. Ну-ка, вот этого гасите. Этого зафигарили. Победа, понятно, понятно. Все, 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 давайте остальных. Добивайте, добивайте, парни.
Здесь вы расправились, вперед сюда. О, победа? Всех убили? Да. Загасили всех. Ну, как-то слишком просто, на мой взгляд. Я ожидал чего-то посложнее. Лучники — это тема. Сразу спать легли. Ну, конечно, ночью напали. Еще бы они спать не хотели. Что мы вообще успели сделать? Это перекрыли крышу деревянным полом обычным. Построили на улице небольшой складик такой. Поддерживается опорами. На нем крыша стоит. В принципе, вполне рабочая схема. И материалы под ней не портятся. Главное, полики постелить какие-нибудь, без разницы какие. Главное, чтобы были. И здесь мы создали свой кирпичный заводик. У нас здесь в один момент может производиться 140 кирпичей, потому что 7 глиняных печей, и здесь еще стоит коптильня. Пока мы ее не используем, потому что мяса нету. Кстати, надо будет поохотиться. На зиму нужно мясо, а то мы одни овощи едим, как-то это неправильно. Также в исследованиях мы открыли оружие из дерева, портяжное дело, консервированная продукция. Так что теперь делаем луки, можно делать одежду, какое-нибудь оружие ближнего боя. Пока что это все не переставили как надо. Комнаты как и стояли, так и стоят. Нам не хватает спален еще, потому что жителей прибавилось. А комнат очень мало. Следовательно, в следующем сезоне мы начнем делать второй этаж. Я хотел в этом сделать, но почему-то занялся подвалом. Вот у нас подвал такой получился. Огромный. Здесь кладовая. В ней 2,5 градуса. Вроде ее перекрыл нормально так. Дверку поставил. Сначала склад был здесь. Я здесь кирпичный полик сделал. Надеюсь на то, что это поможет сбавить температуру. Но не особо-то помогло. Поэтому я углубился еще глубже. На один этаж. И начал производить подвал здесь. А вот здесь, а на этом месте у меня хранится тупо одежда, которую мы выбиваем из нападающих. Потом в этих помещениях я не знаю, что буду делать, но что-нибудь придумаю. И можно будет вот этот этаж прокопать, потому что я сразу углубился. А здесь есть золото, так что нужно будет к золоту прокопаться. И у меня потихоньку верхние этажи осыпаются из-за того, что я на минус первом этаже копаю, а сверху никак не укреплено. Вот здесь глины много, так что можно будет и сюда прокопаться. Хотя нет, пусть она пока что остается, да. Не будем на этом заморачиваться. Надо сосредоточиться на постройке второго этажа, который будем делать в следующем сезоне. У нас уже 7 человек, вполне стабильная оборона. Конечно, она такая себе, у нас тупо лучники тащат. Но потом мы сделаем двойную стену, выставим оборонительные укрепления, зубцы каменные, не знаю, известняковые, можно поставить, в принципе, или кирпичные. Что-нибудь придумаем. Главное — это сделать второй этаж. Что ж, а на этом я пока заканчиваю данную серию прохождения Going Medieval. Ну а с вами был Амри. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч!